Православный календарь. Седмица 34 по Пятидесятнице. 30 января, понедельник. День преподобного Антония Великого. 31 января, вторник. День святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. 1 февраля, среда, день постный, день интронизации святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, день преподобного Макария Великого Египетского. 2 февраля, четверг, день преподобного Ефимия Великого. 3 февраля, пятница, день постный, день преподобного Максима Грека. 4 февраля, суббота, день апостола Тимофея. 5 февраля, воскресенье. Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. православный телеканал Добро ТВ желает вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия. До встречи на следующей неделе!